Разговор с молодыми людьми без подготовленных вопросов. Ну кто в это поверит? И между тем, тема заранее главой не обсуждалась. Ребята, конечно, готовили свои вопросы на встречу с мэром, обсуждали их в своем кругу. Они хотели, чтобы диалог получился взрослым и значительным. Ну а Сергееву хотелось увидеть, чем живет нынешняя молодежь, о чем думает, чего хочет для города, который любит. Все анапчане, нет? Любите город свой? Сильно, нет? Очень сильно, да? И хотите, чтобы он был красивый, уютный, гостеприимный, да? Ну вот, сейчас проехал по полосе А от администрации сюда, да? Возле Анапы океан роют, здесь тоже строят. Ну, вроде как из согласия, вроде как, но за параметры вышли, я вам сразу скажу. Вот, предвидя вопрос, а он, наверное, будет у вас. Как мне работать? Работается. Не делайте, когда вырастете и выучитесь. Все только на пользу себе. Подарки дарить гораздо приятней, нежели их получать. Намного приятнее. Вот задумайтесь. И попытайтесь один раз сделать близкому человеку, знакомому подарок. В виде того, что не рыть на улице, помыть автобус с номером 111, там 114, да? Не хамить пассажирам. Не обдирать в такси баснословные цифры и суммы, называя. Убирать возле своего двора, поменять лампочку. Студент правового института Иван Марченко поинтересовался мнением Сергея Павловича о том, когда же придет время, регулирующее законодательно поведение в социальных сетях. Той жизнью, которой вы живете сегодня, для меня, как для человека взрослого, не все понятно. Вот почему вы отдаете предпочтение, допустим, общению с компьютером, а не общению с друзьями на улице, с мячиком? Вот для меня непонятно. Должно вырасти поколение именно в интернете. Вот ваше поколение. И привел пример из своей жизни. Я когда-то был в 23 года самым молодым командиром строевого подразделения в Краснодарском крае. Самым молодым. И закончилось это не очень хорошо. Почему? Потому что председателю райисполкома было за 50, первому секретарю тоже под 60 лет, а прокурору примерно столько же. У нас ничего общего не было, понимаете? И мои амбиции, то, что я вот уже жар-птицу поймал, и фактически под моим контролем находятся дороги трех районов Краснодарского края, и я решаю судьбы людские. Ну, слишком рано эта власть досталась. Вопрос, который глава пытался предварить в самом начале разговора, все-таки прозвучал. А тяжело ли быть главой города? Я работал в структурах, работу которых до того, как был избран главой, работу которых не видно. То есть результат получаешь через год, через два, а возможно и вообще для людей не виден этот результат. Чем отличается работа главы? Почему у меня есть сравнение, и я предпочел эту работу той, хотя очень люблю свои профессии, потому что результат я вижу сразу. Вот если бы я этого удовлетворения не получал, я бы, наверное, главой не работал, потому что в течение рабочего дня, да и не только, получать столько негатива. Когда вслед прозвучал вопрос о его рабочем графике, предложил, не раздумывая. Я вам предлагаю, знаете, какой вариант? Побудьте со мной день. Просто тенью. Интересным предложением откликнулся Сергей Павлович на вопрос, как рассказать о себе как можно большему числу людей, молодым талантам, фотографам и художникам. Мы можем сделать свой Арбат, сделаем проект благоустройства, обсудим его, сделаем благоустройство, и это будет место, где вы сможете выставляться. Ребята говорили с главой на злободневные темы, обсудили ситуацию в мире, агрессивную политику, которая сегодня проводится в отношении России. И закономерно, что в финале беседы была затронута самая важная тема – грядущий юбилей Великой Победы. Заданный Сергеевым тон сделал разговор живым и полным эмоций. Как позже признались ребята, теперь они узнали, какой он – настоящий мэр Анапы.